Добро пожаловать на еженедельную программу «Thunder Show». Оставляя искрометные комментарии, обязательно сразу указывайте свой игровой никнейм с учетом регистра, чтобы мы могли найти вас и зачислить награду. В этом выпуске «Сам виноват», «За гранью сваливания», «Телохранитель для эсминца», «Не попал», «Улыбочку», «Вас снимает скрытая ГСН». Начинаем «Thunder Show». Выбитый привод горизонтального наведения в большинстве случаев смертельный приговор машине. Если только противник сам не подставится под выстрел, что и произошло в ролике 25 Depleted Uranium. Заплутавший в дымовой завесе враг вывалился с того самого направления, куда была направлена пушка. Угадайте, что произошло дальше. Достойный эпизод. 5000 орлов твои 25-й. Жди по ссылке. С появлением самолетов, оборудованных системой вертикального взлета и посадки, воздушные бои на топ-рангах преобразились. Например, теперь некоторые машины невозможно поймать в сваливании, уйдя свечкой вверх. А в видео, которое прислал It's Me Robin, таких самолетов встретилось сразу два. И их пилотам пришлось выяснить, кто же круче зависает. It's Me Robin поздравляем с победой, как в дуэли, так и в Thunder Show. Следующий участник взял себе важную роль – охранять союзный эсминец от торпедных атак. Заметив в воде парочку шлейфов, он ринулся на перехват и взрывом бомбы остановил одну из торпед. Но вторая все еще идет прямым ходом к цели, а автор видео пытается расстрелять ее из пушек. Увы, безуспешно. И остается один выход. Он падает в воду на пути у торпеды, и та детонирует об его машину. Вот это мы понимаем – самоотверженность. Мега-киллер Плейс, держи своих орлов! Заслужил! Стандартные методы защиты от ПТУРов – это уход в укрытие и расстрел ракеты на подлете. Но STM Gaming не ищет легких путей. Он изобретает новые. Он решил перепрыгнуть через вражескую ракету. Спросите, как такое возможно? Все просто. Перед резвым, по меркам танков Т-80, был подходящий каменный выступ, сыгравший роль трамплина. Спасибо STM Gaming за видео. Награда не заставит долго ждать. Сбить врага после потери управления, конечно, приятно. Но еще приятнее, если получилось увидеть это с хорошего ракурса и без реплея. Так повезло Мартину О'Доннеллу. Он успел перед смертью захватить цель и пустить ракету. А киллкам показал ему гибель машины противника во всей красе. Даже ничего монтировать не пришлось. И так получилось зрелищно. И выгодно. 5000 орлов – приятный бонус в сладкой мести.